Всем мамам известно, что маленькие детки не очень любят супы. Специально для них я подобрала рецепт детского супа от 3 лет. Расскажу, как его приготовить. Оранжевый цвет супа очень понравится детям. В составе супа для детей овощи, бобовые и зерновые. У этого супа очень насыщенный вкус и еще он не содержит много жира. Итак, смотрите, как приготовить детский суп от 3 лет. Надеюсь, что детки будут кушать супчик с удовольствием. В конце видео я покажу ингредиенты для готовки. Кто не подпишется, останется без следующих вкусностей. Какие продукты будут нужны? Тыква очищенная, 400 грамм. Морковь, 1 штука. Помидоры черри, 3 штуки. Лук репчатый, 1/2 штуки. Чечевица, 150 грамм. Крупа для супа, на выбор, 200 грамм. Масло оливковое, 3 чайных ложки. Соль, по вкусу. Количество порций, 6. Комментируйте, подписывайтесь, лайкайте. Подписка – гарантия того, что не пропустите свежие вкусняшки. Всем добра, заходите еще.